У меня вот кроссовки херовые. Ну, скоро они сломаются. Хочется, чтобы была поддержка моральная от других кроссовок. А вот Рибоки у нас две есть. Но это какие-то женские, да? Размер у нас 40-й. У меня 42-й. Маловаты. Адидасы. Здесь обувь лучше, чем твоя. Ну да, только надо пару найти. Бери разные. О, блин. Баланс нормальный. Без шнурков, а? Без шнурков все. К сожалению, вот эти пасы еще. О, сок-то вот половина. Маленькие. А может быть, тапки попробуйте? Тапки около палатки, знаешь, выходить ночью хотя бы. Как бы они подсортировали нормально. Размером сложили. О, тапки, две пары. Да? Да. Сейчас мы оценим ситуацию. Вау. Нормально. В палатке выходить как раз я... О! Эверласт, как такие... у тебя футболка. У меня такие тапки тоже дома. В зал хожу. Нифига вы модный парень. Но я теперь тоже буду таким. Так, я думаю, что их можно прям одеть. Опа. А салфеточки не протрешь? Да у меня вон носки как салфетка. Опа. Чу, ча-ча, чу-чу. Теперь кроссовки смогу сберечь. Дотянешь? Дотяну до Швеции в своих старых кроссовках. Тапки разные. По размеру. Ну, ребята. По размеру. Прикольно. Ну, они как бы функцию неплохо свою выполняют. Один как бы немножко поплотнее сидит. Прикольно. Запомню на всю жизнь эти мгновения. Так, ребята, зашли мы к местному живущему здесь, да? Он нам дал крючок, грузило, стабилизатор, поплавок, и чтобы корм, на что я буду ловить сейчас рыбу. И я не профессионал, любитель, первая моя купленная удочка себе. И в общем, вот так вот здесь люди вот живущие. Относится просто. Он настроил всю мне удочку, все рассказал. Я как бы не все запомнил, но что-то в мозгу отложилось. Просто теперь нужно опыта набираться. И очень прикольно. Радует прям. В гости зашел, и хопа, удочка готова. Просто супер. Благодарность отдельная, конечно, Николаю. Пойдем ловить.
Забираться надо. На, засними-ка. Не помню. Ой, как близко тут, не половить даже. Поэтому, ну, тебе не до съемок будет. Вот рыбку поймал, первую свою в океане. Я считаю, что она маленькая, очень симпатичная. Кушать ее не буду. Мясо зеленое, поэтому отпущу ее. Все, буду отпускать. Так, ребята, аккуратненько ее отпускаю. Господи, поранил ее. Ой-ой-ой. Стас, как вытащить. Ну, вот уже как бы почти обед, собираюсь на пляж, вот хочу похвастаться. Вот эти кроссовки мне подарил здесь местный жилец, он там живет, он из стареньких здесь, в общем, хиппи, ловит рыбу, там у него собаки, недавно щенка взял. Вот такие кроссовки подарил, чтобы я мог уехать в Стокгольм работать дальше, да, мои уже как бы в таких опасных в аэропорту ходить, вопрос будет. Вот так вот, я думаю, они могут стоить евро 50 минимум, могут стоить. Вот у меня первые кроссовки такого стиля, честно, вот интересно даже пройтись, белые, никогда не было у меня. Конечно, приятно, когда здесь вот люди так живут. Не как бы, ну, немного дальше немножко от социума, да, то бишь по другой, по своей системе, в общем, такие бодяги, путешественники там сям, в общем, на дяди не работают, выкручиваются как могут, рыбалка там, все такое. Ну ладно, восстановился после, короче, этих, как бы хотел сказать, пьянок, ну, пьянки одну долго вот проводил там. И потом еще два дня после него там, один день неправильно похмелился, а другой день как бы похмелился правильно, так сказать,
чтобы совсем плохо не было. Интересно, вот, ну вот, люди начинают пить сначала потому что хорошо, а потом обязательно потому что плохо. Потому что хорошо после того, как выпил, быть не может вообще. Фу, этот алкоголь, ребята, давайте завязываем. Носки вот у меня вот такие вот. Две пары. Одни совсем. Они такую функцию выполняют, чтобы не натереть нигде ничего. Видите, ну это я тапками натер, конечно, вот этими черными. Так и не проходит. В кроссовках сейчас вот в этих хожу белых. Эти, наверное, не знаю, выкидывать или оставлю, может. Вряд ли кто оденет, фиг знает. Неудобно, все время засыпается туда, блин. У меня в Стокгольме приеду, там носков много. Покупать пока что-то неохота. Проскочу в таких, думаю. Багаж, в общем, у меня будет... Ну, нельзя багаж, у меня только ручная кладь. Вот у меня... Вот эту ценность... Вот эту ценность... Я повезу обязательно домой. Это три полотенца. Офигенные просто. Цвет просто... У каждого офигенный цвет. Поэтому... Так, ладно, а то украдут еще с улицы. Да не, у меня как бы вообще ничего не воровали. Ну, в прошлый раз там, позапрошлый, да, у нас, в общем, в первый раз, когда я здесь был, у нас палатки украли, там как бы вещи везде, там шмаманули там везде, как бы все вскрыли, что хотели. Ну, а мы, дураков, быстренько нас научили, что не надо оставлять ничего, что можно продать, и тогда все будет в порядке. Хотя бы даже около палатки, блин, около палатки поставили солнечные батареи, там солнечные панели и... пауэрбанки заезжать, все украли и все, там в палатке сразу и залезли. Если бы так не привлекали внимание, все окей был бы. Ой.